что ты делаешь? Дома Шелби, грустью так и шел. Красиво. И пусть меня никто не нашел. Вика пишет, красиво поешь. Мне так плевать на твои слова. Не могу, я общаюсь спокойно. Каким покойником? Пусть меня никто не нашел, выклянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам по себе я. Ну, не на все, конечно, но отвечу. Чпекаться? На основные какие, я знаю ответы. Что такое чпекаться? У меня спрашивали не город, в котором я родилась, а город, с которого я приехала. Но так все перефразировали, что якобы я родилась в Питере. С Игорем... Там интересная история. Вы смотрите. Я не могу раньше эфира сказать, что там произошло. А что там показывают? В один момент проснутся во мне демоны. Скорее всего, это будет завтра. Так что смотрите. Футбол? Мы очень хорошо смотримся. Нет. Не сказала бы, что мы хорошо. А, с Еленой, да, с Еленой мы смотримся отлично. Больше, чем с Игорем. Прям с Еленой мы парочка. Идеальная парочка просто. Нет, меня никто не обижает. Твой муж уже здоровается со мной. Это надолго, наверное, без понятия. Могут каждую неделю. Каждую неделю? Каких-то участников выбирают, и, возможно, я не исключение, мне тоже могут выбирать. Это он пока здоровается, знаешь? Заливает. А он не берет, кстати. Дом, два топ из таких, как ты. Из таких, как я, каких бешеных, мужичек. Как попасть к вам? С какого города вы мне пишете? Питер? Я буду приезжать, но чисто под запись. Мне на доме 2 нравится. Почему нет? А чего нет? Все нормально. Бамбалыло. А как там вообще трудно, нет? Ну, трудно в том плане, что мы живем по расписанию. Чему я, кстати, не привыкла. Без телефона в нем остаемся. На стройку? Какую стройку? Эстонию. Маленькая самая, да. Здесь я самая маленькая, кстати. Просто. А у нас написано включиться. Но опять же, какой город? В Питере один ценник, а с Катарем другой. Потому что в Питере я работаю по прайсу салона, в котором я работаю. Здесь нельзя произносить, где я работаю. Тоже хочешь, чтобы боишься? Знаешь, не так сильно хочешь. Я здесь чудить привыкла. Но на самом деле, когда идешь на дом 2, приходится через много барьеров переступать.
таких, как я, никогда не приглашала парня на свидание, а здесь, ну, как бы, пришлось. Здесь по-другому никак. Не по-другому в моем случае было никак. Ты все приедешь в марте или уже нет? Я не знаю, что будет завтра. А вы у меня про март спрашиваете. Или сейчас март? А, уже март. Я уже в месяцах, в неделях, в днях запуталась окончательно. 10 часов, мы не следим за временем. Научилась не следить за временем, наконец-то! И всего самого вам доброго, но подписывайтесь на него. Да, еще раз, что ты импровизировали. А, включиться надпись будет стоить 1500, наверное. Посмотрю, сколько времени займет. У нас час 5000, поэтому... Наверное, час. Как родные отнеслись, потому что пошла на дом 2. Моя мама ничему не удивляется уже. Она уже ко всему привыкается. Ты говорила ложь, лгавь и съёте. Ну и когда ты опять попал, я отъедывала собственно новых участников. Там пахнет твои. Да, Коль. Приду к тебе на дом 2? Как, точно? Ну, не знаю. Жестко зуб заболел. Если... Вау, бля. По поводу того, как мне придет на дом 2, я ничего не могу сказать. Так вот здесь весело. Русь, ты, кстати, хорошо отверкаешь. Да? Ну, здесь так весело, так что, ребят, приходите. Смелые ребятки, приходите. Раньше показывали себя так, как шумно. Ну, тогда видишь, что я считаю, действительно, в наше время очень сильной причиной вообще общения людей является вот соцсети, Инстаграм, очень много сейчас, и люди потеряли интерес в общении, знаешь, там узнавать друг друга реально, не просто поверхностно, а прям углубляться в человека. Это да. Или, да, знаешь, еще Инстаграм, бывает... лайки, там, знаешь. Нет, бывает еще, знаешь, как ты человека по соцсетям смотришь, и он совсем другой, ты в жизни встречаешься, и все равно у тебя в голове сидит... сидят вот эти фотки. Образ. Но, да, образ, он не настоящий. Видите, тоже, блин, Коляна взял. У него не продвинулся, но, блядь, его знает хорошо. Его появили сразу, даже как я не смотрел, он даже как его. А, это же... Что говорить? Мы пацана на работе называли Должанский. Я приехала сюда. Знаешь? В Москву сразу с вещами, да. Позиционируется уже, как назвал, знаешь, человек. Как Кадони, он строгий, очень... Да, достаточно. Я немного боюсь Кадони. Чуть-чуть. А, послал кому? Как скажет, так скажет. Как скажет, так отрежет. Улыбнитесь? Двое. Ой, класс. Кастинг? Я приходила. Нормально. Я заканчиваю очень прикольный, классный, интересный. А что вы кушаете? Щи? Давай. Мне нравится, мне нравится. Нравится. Раз я здесь, значит, нравится. Информацию только вот...
Лера, привет. Лера, слушай. Как ты там? Ты где вообще? Мне приятно, что... Спасибо. Я помню, ты, Павел, что вы, по-моему, с этим билетом, вы эти треки записывали. Ну, на самом деле, что... Что-то там уже было? Тоже, что и все? Нет, там, что-то другое, я только... Ну, правильно, надо выступать. Обычно я считаю... Пытаюсь построить свою любовь. Надо с тобой. Да, да, но мы там не долго были. Ну, я понял, я его знаю. Ну как там погода в Сочи? Ну как Арсун короткое время сотрудничает. Они там копить сняли, с ним и полярочков. Да, да, я не понимаю. Вот он меня за карту не пришел. А ты когда ушел, так за карту не пришел. За карту ушел, просто не пришел. А ты зачем? Здесь непривычно, необычно, интересно. Значит, Майя тоже сразу же ушел, но она расслышала. Ну, там, слушай, Майя пришла, Саша пришла, там, вот они примерно одно время. Очень, по-моему, я что-то рассказывал, я 3 года назад. Да, я здесь. Да? Ну, да. Я тебе рассказал, когда пришел к себе. А это, знаешь, как было? Смотри просто, ну, самое симпатичное все. Много говорить нужно, наверное. Да, здесь нужно много говорить. Я мало говорю. Как же теперь тебе попасть на сеанс, если в Питере, то это пока что сложно. Я не могу пока на это ответить. Мне не дают выходных. Пока что. Спасибо. Да, там просто на видосе был ты. Да не, я очень люблю. Иногда в одно время. Блин. Вот как раз таки сейчас серия начнутся с дичи всякой. Ну ладно, все равно смотрите. Нашему классу звали конкурс провели. Все дали свои танцевали, мячик покидали. Прям такой, знаешь, прям позитивно добрый конкурс был. Да, Даня? Мне очень понравился. Мячик круто кинула. А? Мячик круто кинула. Я думала не кину, честно, потому что мы когда тренировались... Все оценили. Знаешь, я когда тренировалась, у меня не получалось его кидать, но я, знаешь, что я думала, ну все, конкурс, вот надо сейчас вот прямо конкретно оттянуть. ЗП? Ничего не могу сказать. Вы тоже все классно кинули? Это не знаю. Нет, мы кидали так, знаешь, что... Но вы в норме как-то кинули. Надо вас, знаешь, прям конкретно оттягивать. Просто уже времени не было, чтобы другую поменять. Надо было второй мяч взять и третий. Мы там 4 мяча, кажется, скинули. Ну, либо 3. Либо 4, 3 или 4. Так будет 3 для тебя и 4. Да, я спал уже. Ты работаешь сегодня? Почему ты в интервью сказал, что если здесь будут достойные девчонки, то можно, в принципе, Машу отместить? Перечитай еще раз. Правильно. Ну, перечитай еще раз правильно. Голос кричит, что... Перечитай еще раз правильно это интервью. Что если с Машей ничего не получится, то можно наказать ее морально, построив там
какие-то отношения. Правильно, слушай информацию и читай. А, ну, в принципе, это как... В принципе, как обычно, что ты сначала делаешь, потом думаешь. Ты мне говорил, если я не уйду с проекта, то ты меня заберешь. Да, я тебе сказал об этом. И как бы хоть сейчас. Что еще раз? Хоть сейчас. Еще раз скажи. Я говорю, хоть сейчас. Хоть сейчас? Серьезно? Ну, примешь решение, почему нет? Мне сказали бы завтрак убавить, либо я... А, да. Да. Ну все, давай, пойду спать. Завтра с утра набери меня. Давай. Давай, целую. Так, ребят, мне надо кое-какие дела сделать. Ой, как переключить камеру?